Солнышко встает, прогревает. Так, мы доехали. Доехали мы до озера. Видно, что озеро усыпано полностью снегом. Достаем шнек. Достаем шнек прежде всего. Болт. Рукоять. Это монтируем. Вставляем аккум. Ну и все, готово буриться. На этом озере это будет первая лунка. В начале сезона она была очень удачная. Посмотрим, что у нас она зимой покажет. Фух, как жарко. Жесть. Тихо, спокойно. Так. Налет где-то. Я бы не сказал, что лед толстый. Можно сказать, даже не толстый. Налить немножко есть. Так. Сейчас мы тут притопчем. Все как Васильич любит. Луночку обтопчи. Чтобы быстрее обмерзла вокруг лунки. И налить меньше будет выступать. Она, грубо говоря, в этой шапке не застынет. Но это мои наблюдения. У каждого они свои. Так. Готово. Первая жерлица. Сейчас мы ее поставим. Так. И жерцов. Зря тоненькую шапочку не взял. Эта шапка теплая, не очень жарко. Так, сначала мы почистим лунку. От снега мокрого, который остался. Опа. Ну и посмотрим, насколько жирная, ой, голодная здесь щука. Так, где наши жерлички? Желательно с флагом. Так, ага. Ну и запускаем. Раз, два, три. Пэбэмс. Такая глубина метра три. Метра три. Так. Пробуем первого вот такого колбасика. Такого посадим. Посмотрим, насколько здесь голодная щука. Опа. Ловись, щука. Так.
Так. Размотано полностью. Размотано полностью. Ну, ловись, хороший. Ух ты, ё. Друзья, вот я чувствую, вообще тяжелая. Если, знаете, бывает чуть-чуть. А это кобыла. Вот это кобыла. О! Я не знаю, зайдет она. Она в лунку не заходит. Только не сорвись. Только не сорвись. На какое напряжение. Она вообще не заходит в лунку. Она поперек становится и все. Она морда не хочет. Толщина льда. Да что такое? Ёшкин кот. Вот это. Вот это кобыла. Друзья. Вот это. Друзья. Вот это 19-23 год. Вы чувствовали, как она... Я прям чувствовал всем телом, как она боролась. Как она не хотела заходить в лунку. Да это же почти такая же девятка, как в тот раз. Ё-моё. А какая пасть. Фу. Вот это. Отдай мои пальцы. Вот это. Вот это трофей. Вот это трофей. Трофеище. Радости-то сколько. Матерь Божья, курочка Рява. Вот она. На пятую жерлицу пришла. Вот эта щучка. Перчатки, тихо. Не порви мне перчатки. Вот эта щучка. Я очень доволен. Я вот таких люблю ловить. Я трофеи люблю такие ловить. Ну блин, это просто. Как она меня напугала. Я думал, не вылезет. Фу. Я думал, не вылезет. Я скажу, что это поболее, чем в тот раз, когда я поймал. Фу. Подержалась-то, ёлки-палки. Едва-едва. Какой-нибудь резкий порыв. Смотрите, друзья. Давайте я. Смотрите, как она держалась. Вот она. Просто маленьким кончиком. Крючочка. То есть любое резкое движение такое. Дерг. И все. И я ее, считай, не видел. А там ври, мужикам, не ври. Какую я ее поймал. Какого она размера была. Все равно же не поверю. А вот доказательства. Блин. А я говорил, флажок стоял. Но сначала я пошел Петровича проверил, там поймал окуня, а потом вернулся сюда. О, че она тут? О, держалась это. Даже не пойму, как она тут. А, во. Вовнутрь губы. Да, это хитрые щуки, они абы как не берут.
хорошо не берут. Ну, конечно, бывает. Yes. Вот это красотка. Я сейчас сбегаю, у меня есть весы.